меня следующий дом был, по улице. Ну и хулиганили, раз, вызывают туда-сюда. Ну, разговорились, говорит, где живешь? Да вот я на тебя смотрю, говорит, на твою антенну. А он в общаге через конденсатор в ноль бабах вместо антенны, и все, на приеме. Ну а почему нет-то? Какая разница, тот же провод. По местности можно работать, хоть и земля приел. Ну да, и громко, и хорошо. Я вообще удивился. Ну это тогда было, сейчас скажу, это где-то 73-й, наверное, год, вот так вот, на приеме. Цепляя антенну сети, да и все через конденсатор, на трансиверы будешь принимать прием. Ну вот, видишь, я и говорю. Так что так вот. Так, всем радио, знак 9, Ульяна, Антон, Борис и группа, прием. Никого. Ладно, пошел я на работу собираться. Давайте, ребят, 773, до встречи, пока. Давай, удачи, пошли все конденсаторы искать. Да, таких теперь не найдете каких-нибудь там, это, ледяных еще каких-нибудь. Борис, доброе утро. Поздоровались, пока не разбежались. Радио на ноль, Анна Иванщука, прием. Радио на ноль, Анна Иванщука. Радио знак 9, Ульяна, Антон, Борис. Слав, доброе утро. 5-9, Борис, поселок Краснобродский. Принимаю хорошо. Да в гараже, знаешь, там целая коробка всяких разных этих древних на приеме. Да ясно, ясно. Много чего поутащили. Тут в подвале несколько раз грабили. До автоматов поутащили всего там. Дюральки, трубы. Ой, господи, ужас там. Так, ладно, хорошо слышу. Замечательно. В Канске, слава, прием. Да, сейчас вот Петрович еще послушай. Радио 0, Анна Иванщука, радио 9, Ульяна Елена Ивановна. Слав, поприветствую, рад очередной встрече. Громко, 20 сверху даже по поле. Сергей из Мурки, прием. Да, радио 9, Ульяна, Сергей Иванова, 0 IQ. Сережа, доброе утро также. Ну, погромче, чем Бориса, немножко. Ну, наверное, на бал полтора, не больше, прием. Пойдет. Эти зал не брать, пивом потянет. Слушай, далее, Юра. Да, спасибо. Радио 0, Анна Иванщука, радио Ульяна 0, Антон Юцентр. Слав, доброе утро. 5-9, слышу, Ачинск, Юра, прием. Так, радио Ульяна 0, Анна Юцентр. Юра, доброе утро также. Ну что, у нас минус 17, я слышал, у вас там 5 градусов всего мороза или 4, мне Серега АЛК сказал на Ихалинке там. Вот, ну что... Чуть-чуть слабее тебя принимаю, чем Борита, прием. Понятно. Понятно, но у вас есть минус 17, вам хорошо. Так что так, и я микрофон на Петровича, прием. Ну ладно, да. Да у них точно идет. Вот, он зонтик, он сейчас все уже достал. Пойду на улицу погуляю. Слово. Спасибо. Радио Анна 0, Анна Иван, Щука, радио 9, Ульяна, Анна и Светоклав, доброе утро, раз встречи. Принимаю вашу станцию, 5-9 плюс 20. Вячеслав, поселок Итаски, минус 2, прошел дождь, гололед, на приеме. Да-да, Вячеслав, принято, доброе утро. Ну, тоже громко, хорошо. Радио 9, Ульяна, Анна и Вера 0, и Нормально тоже, хорошо, отлично.